Ходом уборочной кампании и готовностью техники у Чериковском районе ознакомился помощник президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. У господарки помощник президента выехал одразу, как провел прием громадян. Сергей Васильевич на уборочной працует больше 15 году. И заминки у поля, каже, здараются. Але наладить технику худко, да помогает в опыт. И на Доне, и на Лиде, и вот на этом 12 сезон. Эта уборочная кампания жаркая? Ну, сегодня хорошо. У поля Чериковского прогресса працует 4 одинки техники. Уже убрали озимый рапс. Зараз выехали на збожевые поли. Урожай в этом году радует. Рапса получили достойный урожай, и зерновые радуют. Что сейчас убираете? Сейчас убираем озимую рожь, а в следующем переходим уже на ячмень. Дальше овес, тритикали, все подходит, погода нас радует. Так что думаем взять прекрасный урожай. Работа ладится и у соседних господарках. Так само помощник президента оценил ход уборочной рапса и наведал Чериковский рай агропромтех за обеспечение. В районе у нас планируется участие в этом году 33 зерноуборочных комбайна. Это на 5 хозяйств, которые имеются, которые будут убирать. Ну и готовность у нас осталась. Вот один зерноуборочный комбайн, который планируется для участия. Ну и готовность на теперешний день, на сегодняшний день, ну, 95% мы имеем. Сегодня необходимо уже мобилизовать все имеющиеся ресурсы, которые есть и в хозяйствах, и у руководства района, области, на то, чтобы ускорить темпы. Вся техника в хозяйстве уже сегодня на поле, и тот темп, который набирает район, он действительно показывает, что уборочная компания набирает свои обороты. Елена Шлыкова, Виталь Вопсиу, новини региона. Жніво стартавала на Могилёвшине добрыми темпами. По оперативной информации, аграры намолотили амаль 35 тысяч тонн збожа. При средней урожайности крыху больше за 34 центнера с гектара. Сбор нового урожая в Могилёвском районе отзначили пригожим обрадом зажинок. Поважливое ставление до земли кормилицы – головное правило аграрию. И как урожай был богатым, а жниво и шло легко, его початок отзначают символичным святом. На зажинки собираются женщины разных возрастов, от самой старшей до самой молодой. По традиции женщины зажинают 9 снопов. Сбирают их у один великий, який зовется господаром, а побоч кладут хлеб, як подяку полю и земли за урожай. Меж тем 9 господарок Могилевского района уже приступили до жнива. Распочалась уборочная досыть рано, на легкой хлебе сбожжа худшей поспела. Параллельно идет уборка рапсу. Намолошено больше за 3 тысячи тонн при урожайности больше за 20 центнеров с гектара.